Общество с ограниченной ответственностью «Ремстроэнергосервис» – специализированное предприятие по ремонту и строительству энергообъектов и оборудования. В его составе 6 ремонтных цехов, расположенных по территориальному принципу: Альметьевский РНЦ, Елховский РНЦ, Ознакаевский РНЦ, Лениногорский РНЦ, Нурлатский РНЦ, Прикамский РНЦ. Это позволяет обслуживать объекты на территории всего Юго-Востока Республики Татарстан, Самарской, Оренбургской и других прилегающих к республике областей. Наличие квалифицированного персонала, специализированной техники и оборудования позволяет нам оказывать весь спектр услуг на объектах электроэнергетики, теплоэнергетики, как при строительстве, так и при любых видах ремонтов на объектах заказчика. Для этого мы можем привлечь значительные силы и в установленные сроки выполнить любой вид работы. Подразделения оснащены всем необходимым оборудованием, механизмами и транспортом для выполнения работ на линиях электропередач, подстанционном оборудовании, системах электроснабжения потребителей и на объектах теплоэнергетического комплекса. Основными видами деятельности ремонтных цехов «Ремстроэнергосервис» являются капитальный ремонт электрооборудования подстанций класса 110-35-610 кВт, строительство, реконструкция и капитальный ремонт воздушных линий электропередач 6-110 кВт, внедрение вакуумных выключателей 6-110 кВт, ремонт РВНО, БСК, комплектных трансформаторных подстанций, монтаж кабельных линий, разделка концевых муфт, капитальный ремонт теплоэнергетического оборудования, капитальный ремонт электропарогенераторов, экономайзеров, монтаж блочных индивидуальных тепловых пунктов. С помощью производства и водоэксплуатации КТП слабого типа управляющая компания «Татинская индустрия» стремилась внести свой вклад в программу ресурсосбережения и модернизации парка электрооборудования как в структурных подразделениях «Татнефти», так и на сторонних предприятиях нефтегазодобывающей отрасли. В составе предприятия «Ремстроэнергосервис» два базовых цеха – Альметьевский цех подготовки производства и цех ремонта электрических машин Ознакаева «РЭТО». Основными видами деятельности Альметьевского цеха подготовки производства являются капитальный ремонт силовых трансформаторов, капитальный ремонт КТП «Польская», КТП «Минская», масляных выключателей ВМПЗ, капитальный ремонт РВНО 6 кВт, изготовление корпусов и комплектующих деталей станции управления станком-качалкой, текущий и средний ремонт гидравлического и грузоподъемного оборудования, корпусов для приводов станков-качалок, станции управления для ЧРЭП. Наличие цеха по изготовлению металлоконструкций позволяет нашему предприятию постоянно совершенствовать технологии ремонта и в кратчайшие сроки обеспечивать ремонтные цеха необходимым для выполнения работ оборудованием и приспособлениями. Основными видами деятельности Ознакаевского цеха по ремонту электрических машин «РЭТО» является ремонт машин постоянного тока, изготовление и восстановление подшипников скольжения, разложение изоляции типа «Монолит» на установке гидролитической деструкции связующего, восстановление подшипниковых щитов, ремонт жестких секций крупных электрических машин, наплавка и расточка шеек вала ротора с восстановлением шпоночного паза, балансировка ротора. Основными заказчиками являются такие крупные компании, как «Татнефть», «Транснефть», «Башнефть», «Танека», «Нижнекамская ТЭЦ», «Татнефть Самара», ЗАО «Охтин Ойл», структурные подразделения ТМС Групп, «Татинтек» и многие другие. Сегодня предприятие «Ремстроэнергосервис» – динамично развивающаяся компания, оказывающая все виды услуг в области энергетики, не ограничивая себя рамками республики. Компания выиграла тендеры по реконструкции подстанций Галышманова и Уренгой, заказчиком которых является филиал федеральной сетевой компании «Единые электрические сети». Магистральные электрические сети Западной Сибири, ОАО «Татнефтепром Дюзеев Нефть»
Казанский вертолетный завод. Работа предприятия вносит значительный вклад в надежность электроснабжения объектов как основного заказчика в лице ОАО «Татнефть», так и всех остальных заказчиков услуг. «Ремстройэнергосервис» идет в ногу со временем, уделяя особое внимание новым видам деятельности и повышению качества оказываемых услуг путем применения новых технологий ремонта энергетического оборудования. Оптимальное решение производственных задач, высокое качество выполнения работ.